Юлия Высоцкая. Улыбаться непросто, но это необходимо. К Юлии Высоцкой не получается оставаться равнодушным. Одних восхищает ее жизненная сила и умение не ломаться в самых страшных ситуациях. Других именно это и раздражает. Как смеет она улыбаться и выглядеть счастливой, когда у нее такое горе? Роскошное белое платье в пол, смелый разрез на боку, сияющий взгляд и широкая улыбка. Юлия Высоцкая на Венецианском фестивале, где ее муж Андрей Кончаловский получил премию за картину «Рай», была ослепительна. Красивая и молодая женщина, легкая и стремительная, заражающая всех вокруг звонким смехом. Фотографии с красной дорожкой Юлия выложила в свой Инстаграм, который снова начала вести. Первый день фестиваля, скоро премьера. «Ругайте нас», подписала один из снимков. Фото разлетелось по интернету и собрало немало негативных откликов.